Хотелось бы обратить внимание, что ни в коем случае нельзя категорически пускать таких людей, которые представляются под видом крымских беженцев, потому как по новой схеме, скажем так, действуют мошенники, которые тоже ищут в этом свою выгоду. Беженцы, они не будут ходить по квартирам, а есть специальные органы, которые за это контролируют и окажут непосредственную помощь. Ваши действия – постараться отвлечь их внимание и вызвать милицию. Отреагируем немедленно на любые факты.